Всех приветствую на своем канале и продолжаем работу над карпиком. Сейчас снова у нас будет заливка. Внимательно смотрите, как я делаю заливку. Это очень интересно. И я думаю, что здесь редко кто показывает именно такие упражнения, которые очень вам помогут заниматься темперной живописью, особенно натуральной темперой. А кроме того, здесь на канале вот я скоро буду начинать ряд видео, где мы будем рисовать цветы, пейзажи натуральной темперой и просто темперой, и акрилом. Я взяла охру светлую, добавила туда немножко белил, добавила яичную эмульсию. И я делаю вот по центру нашей рыбины такой вот кисточкой. Я даже не вижу уже какой это номер, ну приблизительно вы понимаете. Может быть и больше кисти. Это все зависит от того, с каким размером бумаги или другой плоскости вы работаете. И потом мы берем вот водичку и равномерненько добавляя в краску, мы это все как бы сводим на нет. А для тех, кто не смотрел мои предыдущие видео, я сейчас скажу, что я работаю натуральной темперой на бумаге сейчас. Вот так вот я сейчас все это просто оставляю до полного просыхания. И когда у меня будет время, я продолжу работу и покажу вам, что у меня получилось. А сейчас всего хорошего, до новых встреч, всем творческих удач и успехов.